Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 16 лет. Ну типа там мат. Там мат. Чё, блин? Итак, здравствуйте! Это снова я, Дамир. И сегодня мы будем продолжать играть в Hello Neighbor 2. В прошлый раз я не помню, что было. В прошлый раз было что-то. Что-то... был пекарь, это я точно помню. А, и мы снова встретили соседа. Соседа нашего любимого друга, который какого-то фига ворует. Ну, много чего он ворует. Особенно ворует он кого-то помладше. И те, кто залазит в его дом. Но это, с одной стороны, правильно. Какого хер-то залазить в чужой дом? Это у нас, как говорится, запрещено. Но это везде запрещено. Мне бы было бы тоже не по кайфу, когда какие-то упыри ко мне залазят. Итак. Я помню, если у нас сохранялки и все так далее остались, то все двери и так далее я уже пооткрывал. Так, сосед, какого хер, где двери? Ты серьезно, что ли? Опа! Так, соседушка. Тихо, блядь. Так, вот здесь я могу что-нибудь посмотреть его, не? Блядь. Блядь, сосед, отъебись, а. А где музыкальное сопровождение? Ты меня вот одно не этот, интересует. Ключ. Блять, он там что-то заводит. Блять, сосед, ну отъебись, ну я ж только пришел, ты уёбище. Охуел, что ли, совсем? Да, я поизучаю, там что-то на карту ставить надо. Съебись. Спасибо. Так, на карту надо что-то ставить. У нас тут есть сейф. Нихуя. Ебать, дом целый взял. Нихуйно. Сосед, я у тебя дом спиздил. Куда дом? Дом сюда, что ли, ставить? Ебать, здесь, получается, улицу надо построить. Это же красный. О, вот, надо улицу, поход, построить. А чё с дом? Здесь определенные какие-то дома нужны? Или вообще поебать любой? Так, нам надо найти ключ еще. Вот раз дверь с ключом. Наверху еще несколько дверей с ключом. Это тоже так же, короче. Так, ублюдок ты. Так, сосед лох у нас. Лашпед, если честно. Так, там еще три или два дома, по-моему. Сколько-то там еще домов осталось найти. И у нас будет карта. Получается, карта, по которой мы, наверное, найдем школьника. Тихо. Сосед. Так, он сел. Заебись. Тихо, сосед. Блять, услышал, что ли? Чё это? Блять, сосед, ты где? Так, это что за хуйня? Там что-то лежало, мне взять надо это. Чё это за хуйня? Я какую-то запчасть нашел или чего это? Чё это за поебота? К машинке? Да, это ручка! Блять, целую тачку что ли собирать надо? Сосед, ты чё ёбнулся? Нихуя мне номер какой-то звонит, блять. Чего, блять? Какого хуя? Блять, чего нахуй? Алло, блять, вы, блять, обращались к нам с заболеванием. Я, блять, ОРВИ, нахуй. Это же этот, свиной грипп. Свинья грипп. Ебать, бошку чью-то взял, ёбаный в рот. Голова кабана. Сосед, ты совсем ёбнулся, что ли?
Нахуя тебе башка-то? Блять. А все что ли? Это все, что я могу сделать здесь? Блять, сосед, походу, спалил. Бля, где-то здесь ходит, там, где должен быть я, по сути. Блять, он там где-то ходит, сука, по стеклу. Он увидит, что я машину его, сука, обнес. И спиздил бошку. Спокойно он сел. Ебать, сосед, извиняй, прости, пожалуйста, но не хотел я такого, не хотел. Сука. Ублюдок. Блять, так, голова, 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 голова. Голова кабана. Кинь. Хорошо. Блять, ебать, ты охотник-то, я ебал. Чё хуль тебе в музее-то делать, голова? Так. Надо посмотреть, что у нас тут почем. Тут куклы. Сосет. Ой, сосет. Сосед. Блять, надо справа как-то пройти туда. Там же дверь была. Блять, там домик лежит, ёбаный насос. Сосать нахуй. Поставил? Все поставил ровно как надо, блять. И еще один дом остался. А чё за звуки пищания, блядь? Ты чё, дебилок, блядь? Тихо. Ну, блядь, друг ёбаный, подожди. Пожалуйста, дружище, ну вернись. Давай поговорим, пошел ты нахуй. Блять, что еще есть? Ёб твою мать! Ножницы есть у меня! Блять! Ебать! Ох, сука, блять, ты какой страшный! Блять, нихуя не понимаю. Блять, это пиздец какой-то. Так, лом, лом, лом. Два лома у меня теперь. Бать. Я крутой. Но один из них я проебу, это 100%. Ой-ой-ой. Бля, где еще дом? Хуль там... А, вон дом, блядь. Я думаю, хули он там постоянно ходит-то. А что здесь перья? О, хорошо. Быстрее, 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 домик мой. Крыса, блядь.
А он на место вернул лом. Ебать, ты дохуя правильный. Любит сосед все-таки, чтобы все на своих местах лежало. Он, блядь, все закрывал, все не этовал. Сосед, блядь, иди нахуй, дай лом свой пишу. Это сюда? Заебись. Еблан. Так, картина хуёво стоит, блядь, она двигается. Блядь, кнопка, что ли? Так, ну этой дверью он всяко пользоваться не будет, потому что он нихуя и не может пользоваться. Она же закрыта была. Блядь. Ты охуел, блять, это я эту дверь открыл, ублюдок. Ебать! Ты быстрый, сука, какой ты быстрый! Ебать! Пиздец, ты крыса, конечно. Наебем сейчас его. Тихо. Не особо понимаю, что делать. Ключ! Как эту поеботу открыть? Сосед, смотри, ключ! Ключ, у меня ключ! Лох ебаный. Спокойно, ключ не проебем. Ох, блядь, сосед! Пизда, долбоёб я нахуй! И все проебал, да? Сука, и лом, блядь, спиздил, и голова, ладно, хотя бы осталась. Тихо, сюда? Блять, сюда? Не. Чё это? Бля! Что можно было сделать? Так, заебись. Ебать, это фотка с сыном. А кто фоткает-то? Чё это за хуйня, блядь, сосед? Ты совсем ёбнулся, тебя сфоткали. Ты опять сон, что ли, какой-то? Нихуя непонятно мне, если честно.
Ебать, аритмия. Это что за хуйня? Садовод, что ли, какой-то? Смотри, реально. Огурцы какие-то, походу, окучивают картошку. Бля, лом, сука, проебал у него в хате. Ай-яй-яй. Спокойно. Благо ножницы остались, это заебись. Бля, ну чисто гипотетически я к нему возвращаться-то больше не буду. Еще также лом, по-моему, был где-то там. Так, ну пекарь меня опять сейчас ебанет, да? Э! Слышь? Успокойся, блядь. Ладно тебе. Ты тут, садовод? Не сюда? Нихуя не так-то домишко у садовода. Чемпион. Или это парк какой-то обычный? Куда пиздовать-то? Голуби. Пизду, блядь, говорить разучился уже. Точняк, вон его дом. О, смотри, и сразу и заборов уже нету. Ох, блядь, ну чё, сука, этот, как его, блядь, садовод. Хорош картошку окучивать, я сейчас у тебя, блядь, все твои секреты нахуй найду. Ну-ка, блядь, здорово. Здоров, говорю. Здоров, друг. Ох, ебать, чё это у тебя? Блять, ты со стволом, сука, ты чё, ебанутый, что ли, блядь? Ты еблан, что ли, совсем, я живой. Охуеть, блядь, пизда мне, нахуй, он меня застрелит, он меня застрелит, он меня убьет, блядь. Блядь, они все, нахуй, неадекваты. Это просто пиздец какой-то. Ключ опять. Ага. Пока просто спокойно лутаемся. Не паникуем. Нихуя. Нормально все. Нижний этаж у нас практически залутанный. Ебать. Я что-то сделал, да? Зря я это сделал. Ходит, блять, угорает, сука, с пушкой моей. Блять, тут дырки в полу. Это, блять, сука, стрелок ворошиловский. Кусочки карт надо найти, что ли? Опа! Кусочки карт. Сейчас мы найдем. Еблать. Еблать. Хе. Спокойно. Ванная, блядь, там что-то лежит. Блядь, долбоёб совсем, что ли. Подвал, 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 подвал нужен. 100% подвал. Thank you.
Сосать, ублюдок. Сосать. Есть. Слушай, давай мы нормально с тобой как бы поговорим об этом. Ты слишком дохуя выебываешься. Мне не нравится это, если честно. А еще... Опа, я что могу делать? Опа, ты ожидал такого? Ай, ага. Опа, блядь, паркур. Паркур, я застрял. Так, спокуха. Ох ты ж. Опа. Во. Но он сам сюда точно не поднимется. Хуя ли это он сюда поднимется-то? Блять. Так. И хули. Опа. Лопата, сука. Нахуя мне лопата? Тоже что ли картошку окучивать? Он, блять, кто в итоге? Какого хуя он там, блять, морковку какую-то сажает, а сам, блять, со стволом ходит? Нихуя не понимаю. Выкопать кого-нибудь? Опять трупак, как этот сосед? Сука! Блядь! Ёбаный тебя в рот! Вот и все. Вот и лопата в текстурках. Я обожаю эту игру. Блять, мне сюда что ли надо? Ебать. Ебать, еще одного кабана ёбнул. А нахуя? Хуй ты там уселся? О, еще кабан. И вон там часть карты в микроволновке. Косой, сука, старый. Заебал. Блять, ну иди на второй этаж, ты ж хотел. Иди нахуй. Ну чем стрелять-то по мне? Солью, что ли? Заебал. Как же ты меня заебал, ублюдок. О! Быстрее давай. Заебал вырубать. Отъебись. Так. О, нихуя, дай сюда. Или сюда, нормально. Этого-то кабана, как он. Сука. Старый черт. Нахуй. Чё это за хуйня? Здесь еще один кабан есть или нахуй сюда лезу?
кабан, сука! Так, одного кабана сделали. Еще один кабан тут. Сейчас по-быстрому все сделаем. И еще один кабан в подвале. Иди нахуй. Еще один кабан. Я не понимаю. По-моему, это заработало. Ходи, блядь, пожалуйста, двигайся. Сосать нахуй. Блять, да хорош молять по мне, ты все равно не попадаешь. Ебать, как сложно-то, блять, если честно. И типа не в плане каких-то либо загадок, блять, и так далее, а в плане, блять, этот уебок все, сука, мешает. Каждую кабанью голову, которую я, блять, делаю, он, типа, пускает. Что за звуки у меня постоянно? Опа. F. Чё с ней? Куда? Слово какое-то составить надо. На холодильник прицепить. Блять, серьезно нахуй. На холодильник, блять. Обоёб. Ты, блять, загадки какие-то тупые придумываешь, блять. Магнитики нахуй на холодильничек, блять. Эй, блять. Спокойно. Блять, я его пушку через текстурки увидел. Нет его там? Так, нужно искать буквы. Буквы, блядь. Где буквы лежат? Блядь, ты угораешь. Блять, ты меня заебал, блять. Сколько можно-то? Отъебись от меня. Так, он съебался, да? Так, блять. Буква. Где буквы, сука, блядь? О! Так, буква есть, тихо. Сейчас поставим, подожди. Еще букву мне надо. Блядь, тихо, еще букву ищу. Пока только Б. Еще там, по-моему, две надо. Блядь, ладно. Так, может, на крыше еще есть буква, не? На вот этой вот хуете. Блять, а нахуя тут лопату тогда мне положили, блять?
Вон туда бы мне попробовать забраться еще. Там, возможно, есть буква, потому что вот в первой части же мы бегали, по-нормальному все делали. И все это... О! Нихуя себе! Так, а туда как попасть? Еще одну букву осталось найти, получается. Там 4 буквы всего надо найти. Сейчас надо 2 хотя бы въебенить. Блядь, тихо, чуть не ёбнулся. Старый ублюдок. Как же ты меня подзаебал уже. Так, С, В... ебать, тихо. Как будто оленей рог нужен был. Опа. Блять. Что дальше-то? А, это карта. Вот тут мы подобрались. Здесь это первое дерево. Там что-то спрятанное. Погнали. Блять, лопата, сука. Блять, давай-ка так тогда опять сделаем. Блять, без лопаты никак. Я же говорил, сука, надо что-то выкапывать. Так, лопата, лопата, лопата наверху. Только я надеюсь, у меня все сохранилось, я не хочу заново все делать. Но букв нет, нормально. Серьезно, блядь. И лопаты нет. Ну чё тебе? И так тошно без тебя. Иди нахуй отсюда. Короче, я все сделал. Вот она, блядь, ёбаная лопата. Мне пришлось потратить минут 20-30, чтобы полностью перепройти первые 3 этапа, нахуй. Я, блядь, буду стараться больше нихуя ничего не выкидывать лишний раз. Потому что это просто пиздец какой-то. Выложу видос по быстрому прохождению первых 3 хуйни, потому что, ну, это пиздец. Так, короче, ключик-то я ставил. Этот ублюдок теперь поверху ходит. Так, это, наверное, идеальное место, чтобы спрятаться. Так, блядь, тихо, я не понимаю пока что. Птицу спиздил. Блять, ебать. Блять, шестеренки надо. Чё это? Блять. Как я ее держу? Где она у меня? Так, очередная головень, которую я вот здесь вот брошу. Ну и птичка какая-то. Я тоже здесь брошу.
Чтобы она у меня лишнее место, так сказать, не занимала, а то это будет прям трешак какой-то. Что-то с глобусом надо сделать, и что-то надо здесь по паролю. Часы, а вот тут в часах у нас эти шестеренки. Так, спокойно. Что происходит? Мне его раскручивать как-то надо, что ли? И хули. Может, у пальца надо остановить? Типа он указывает, типа сюда. О! Есть. Сосед лох, попуск. Ну где эту хуйню я возьму? Я еще в прошлый раз был удивлен, блядь, что нету этой штуки у меня. Гаечного ключа-то у меня нету, я его и нигде и не видел-то, если честно. Гаечные ключи-то откуда я вообще могу знать-то? Блядь, сосед, ты меня заебал, ты где? Я очень громко шумлю. Я с твоей лопатой хожу. Так кто-то, блядь, такой вообще? Пекарь, и это те, с кем он типа затусил, потому что я у них ключи нахожу от его этой хуйни. Иначе, типа, это было бы все довольно странно. Блядь, подожди. О! Гиря, блядь. Там застрял? Ебать, в текстурках застрял. Блять, сука, плита, ёбаный насос. Извиняй, сосед, подожди-ка. Я только возьму, только возьму. Извиняйся. Блядь, ребенок, сука, плачет где-то. Тихо, сосед, нахуй, не выебывайся. Что-то открыл? Хуй пойми, что-то открыл, блядь. Голову медведя. Ах ты ж, ёб твою мать. У меня это есть. Ну, не все, конечно, но уже есть достаток. Блять, на эту не хватает. Ничего, вернемся еще. Да, блять, тихо. Рыба. Это. И остался медведь. Но медведь я не знаю где. Блять, ну выпускать соседа не выход. Но мне как бы, блять, было по-хорошему, типа, вот эта вот хуйня. Ну-ка. Вот, вот, сука. Лопата, блядь, вот она. Эта лопата всегда, сука, через текстуры проходит. Я ебал, блядь. Это можно взять? О! Давно тут, блядь, находишься-то. А нахуя я плиту нажимал? Что плита-то мне дала? Тихо. Плита-то мне всяко что-то дала. Она что-то открыла, наверное. Так, плита нажата. Так. Блять, может она внизу что-нибудь открыла мне? А-а-а, нет. Я подумал, она мне вот какой-нибудь проход здесь открыла. Она нихуя мне... Блять, а нахуя мне плита? Вот это я тогда вообще не понял. Блять, здесь тоже нужна эта хуйня. Я собрал там головы. Три головы, еще голова медведя мне нужна. А вот где я ее, что искать ее буду, я не в курсе. Уехать могу? Что я сделал? Хуйню это закрыл. А поехать мы можем, нет?
Чё это за кнопка? Блять, сюда что-то поставить надо. Может, вот так? Это так работает? Нет? Блять, от машин-то у меня нет нихуя. Блять, где вообще? Чего искать надо? Птица. Блять! А я только сейчас про птицу подумал. Может, это ты? Типа на бампер-то въебинить. На капот, точнее. Ну-ка. Ну, сразу красиво. Ой, шестеренку сразу спиздим. А голову-то мне нахуя? И нахуя я на плиту нажимал? Нихуя бы непонятно, честно говоря. И хули? Чё мне это говорит вообще, в принципе? Это типа код? Это типа 11 или 11 часов? Это же короткое. 11 часов. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 минут 12 получается. Это у нас 11.35, что ли. Это такой пароль здесь? Еба! Эх, нахуя мне это? Чё мне с этого фотоаппарата? Ай-яй-яй. А, ну и за дверью я уже сразу оказался. Ну ты зачем так делаешь-то? А сосед-то завис, он там... Деньги. Нихера себе монета. Еще монета. Блять, этот ворон, дающий деньги. Лови его нахуй. А. А схуя ли он меня сожрал, блять? Так. Наконец-то у меня есть этот поебота. Это он? А, это он! Заебись, нахуй тогда я это оставлю, чтобы не мешал. Все, стой тут.